Здравствуйте, меня зовут Татьяна Макарова, и это программа «Нижегородская среда». Сегодня мы поговорим о безопасности на школьных маршрутах и затронем сюрпризы для автолюбителей, которые уже вступили в силу с этого месяца. У нас в гостях руководитель Центра помощи автомобилистам и эксперт регионального отделения ОНФ Нижегородской области Сергей Кузин. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей, начать хотелось бы вот с акции, она называется «Дорога в школу». Впервые она проходит или ежегодно? Нет, это уже ежегодный федеральный проект по всей стране, в Нижегородской области в частности. Мы проверяем то, насколько школьникам безопасно дойти из дома в школу, ну и, соответственно, из школы домой. Угу. Мы в этом году есть определенные новшества. Мы теперь смотрим не только на дорожную безопасность, но еще и на общественную безопасность. И поэтому, если на маршрутах детей присутствуют какие-то, допустим, разрушенные там, ступени, открытые колодцы, в Нижнем Новгороде мы также находили и, так скажем, неблагополучные места, где живут люди без определенного места жительства, также на какие-то социально опасные объекты, допустим, места, где активно продают алкоголь, так называемые разливайки. То есть теперь мы проверяем не только дорожную безопасность, но еще и вот общественную. То есть там, где дети могут быть подвержены какой-то опасности. Наша задача найти такие места с помощью как раз нижегородцев и повоздействовать на чиновников, а теперь еще и на силовой блок, для того, чтобы эти вот очаги опасности устранить. Это считается нарушениями на каком-то, я не знаю, условно законодательном уровне, или это чисто вот общественная такая позиция? Дело в том, что сейчас у каждой школы должен быть именно паспорт безопасности с точки зрения маршрутов детей, и все вот эти вот опасные объекты должны быть должны учитываться в паспорте, и либо должны проводиться внеклассные занятия с детьми для того, чтобы научить детей, как преодолевать эти препятствия, либо, если есть где-то нарушение закона, значит, эти нарушения закона нужно выявить и устранить. Были ли вот найдены какие-то нарушения? Да, мы сейчас как раз планируем большой выезд по Нижегородскому и Советскому районам. Также у нас есть замечания к тем объектам, которые мы в прошлом году исследовали. В Автозаводском районе к ним добавился еще и Сормовский район в этом году. Поэтому да, к сожалению, есть над чем работать, и мы все эти замечания пересылаем в администрацию и города, и администрацию района, если это компетенция администрации района, и контролируем, чтобы администрация это учитывали и устраняли. Вот нарушения, которые удалось найти, они носят какой характер? Это связано именно, я не знаю, с правилами дорожного движения, да, то есть не оборудован пешеходный переход и так далее, или это вот те самые опасные объекты, про которые вы говорите? Есть и те, и другие. Причем в прошлом году в школах Автозаводского района, в ряде школ, мы нашли вопросы, которые требуют системного вмешательства и такого комплексного регулирования. То есть вблизи одной из школ необходимо изменить схему организации дорожного движения, разумно сделать там дорогу вдоль школы односторонней, потому что сейчас она полностью заставлена машинами, и автомобилям в принципе тяжело на ней разъехаться, и автомобилисты могут просто не обратить внимания на детей, которые из-за припаркованных автомобилей выскочат прямо на регулируемом пешеходном переходе или там, в непосредственной близости от него. Поэтому вот, ну, выявляем не только простые там, такие моменты, как там, стертая разметка или отсутствующий лежачий полицейский, но и какие-то такие вопросы, требующие системного вмешательства. И, к сожалению, вот, по данной школе за год ничего не изменилось. Да. Вот эти школы, объекты, да, на которые вы выезжаете, вы сами выбираете или люди как-то к вам обращаются, указывают ну, на какие-то... Конечно же, у нас есть и активисты в Нижегородском отделении Общероссийского народного фронта. При этом нам очень нужна помощь жителей, то есть механизм здесь взаимодействия очень простой. Жители со всего города, из области присылают там фотографии и информацию, то, с чем сталкиваются каждый день. Наша задача эту информацию обработать и взаимодействовать
взаимодействовать с чиновниками, то есть осуществлять тот самый общественный контроль. Мы можем только совместно. То есть активистов Общероссийского народного фронта, конечно же, не хватит для того, чтобы покрыть всю область. Ну и здесь есть один положительный момент. Каждый нижегородец может стать этим активистом. И вот нам нужна любая информация. То есть если ваш ребенок сталкивается с какими-то трудностями, где-то нет пешеходного перехода, у пешеходного перехода нет разметки, нет лежачих полицейских, или вот сейчас где-то разрушена там лестница, есть открытый колодец, есть какие-то иные опасные объекты. Каждый нижегородец может об этом сообщить, и мы, конечно же, будем на это реагировать. Сейчас у власти выстроено очень много систем по взаимодействию с жителями, но, к сожалению, за счет того, что этих систем очень много, нижегородцы об этом в принципе не знают. Поэтому есть простое решение сообщить об этом нам, а как раз в этом и есть основная задача ОНФ. Мы эту информацию до жителей, от жителей доведем до власти, но еще и будем контролировать, чтобы власть эту информацию не проигнорировала. Вот, да, как раз про эту систему я хотела узнать. То есть Общероссийский народный фронт, это понятно, да, что к вам можно обратиться? А так вот, в принципе, к кому обращаться с такими вот вопросами? Допустим, нет вообще пешеходного перехода, или он там уже старый, затертый, его не видно и так далее. Это вот в ГИБДД нужно обращаться людям или в администрацию? Кто за это отвечает? Обычным нижегородцам не стоит разбираться, кто должен быть в этих вопросах там, самым важным исполнителем. В Нижнем Новгороде существует система обратной связи «Лобачевский». Мало кто про нее знает, однако она работает уже там почти год. И туда нижегородцы могут любые свои замечания предоставлять. Соответственно, эта система уже их обработает, распределит по ведомствам и эту информацию передаст. Кроме того, есть еще аналогичная система через сайт госуслуги или через мобильное приложение, и эта информация также будет обрабатываться незамедлительно. Поэтому, вот, к сожалению, вот этого единого формата предоставления информации нет, их достаточно много. То есть есть и в городе, отдельно есть в области, отдельно есть через портал госуслуг. И по каждому национальному проекту, в частности, например, по дорогам, есть такая же система обратной связи. И, конечно же, жителям очень сложно во всем этом разобраться, да, они, собственно, не будут этого делать. Поэтому вот в целом в Нижнем Новгороде самая актуальная, то есть система Лобачевский, в Нижегородской области есть общественная приемная губернатора, куда также можно оставить обращение в электронной форме, а можно все это сделать на портале госуслуг. Ну, проще, наверное, к вам обратиться, мне кажется. Да, можно. Потому что госуслуги – это все-таки общероссийский такой проект, мне кажется. Там это все очень долго будет решаться, нет? Нет, как ни странно, формат передачи, он незамедлительный. То есть эту информацию ведомство получит тут же. И более того, через вот федеральный контроль на него точно будет дан ответ. Единственное, что ответ может быть дан формальный, может быть указано, так как, допустим, вопрос был делегирован администрации района, а вопрос выходит за компетенцию администрации района, или бюджет администрации района на решение вопроса не сможет выделить. И тогда администрация района просто ответит о том, что, там, вот, допустим, запрос на предоставление средств был отправлен в правительство области. Ответ дан, да, но ответ такой жители, конечно же, не устроит. И вот здесь, да, есть преимущество ОНФ в том, что мы доводим эти вопросы до результата. То есть нам, мы не будем удовлетворены таким ответом, и мы все-таки, значит, этот запрос отправим соответствующему вышестоящему чиновнику. В городе это непосредственно глава администрации Нижнего Новгорода. И спрашивать мы будем постоянно. Нет, спрашивать мы будем, конечно же, также. То есть мы не можем подменять контрольно-надзорные органы. При этом формат работы ОНФ – это не спрашивать, а предлагать решение. То есть мы будем разрабатывать самый лучший способ устранения этого нарушения и предлагать чиновникам именно его. То есть, да, мы часть работы за чиновников таким образом сделаем.
Ну, всем от этого проще становится. Да. А есть ли какие-то объекты, примеры, где вот в рамках акции «Дорогу в школу» удалось все-таки добиться каких-то изменений? Да, конечно. Во-первых, мы пришли к системному результату. Теперь за там, 2 недели до начала учебного года соответствующие подразделения относятся к подведу администрации города, наносят дорожную разметку и актуализируют дорожную разметку на пешеходных переходах вблизи школ. Угу. То есть это делается обязательно. Также там, где пешеходных переходов не хватало или отсутствовала надлежащая инфраструктура, то есть, допустим, разрушен лежачий полицейский, или не хватает пешеходного ограждения. Эти работы добавлялись в планы и, соответственно, выполнялись. Это было и в Московском районе, и на автозаводе. То есть вот на автозаводе возникли только сложности с такими, так скажем, многоаспектными задачами, где требуется привлечение финансирования администрации города, где район не справляется, то есть эти деньги не были заложены в бюджет района. Да, вот с такими возникали вопросы, а простые рядовые задачи, где-то отремонтировать или поменять лежачий полицейский, дорисовать разметку, провести какие-то разъяснительные, дополнительные работы с детьми, да, таких результатов очень много. Сергей, предлагаю перейти к второй части нашей программы. Собственно говоря, мы тут объявили, люди нам писали, задавали свои вопросы. И вот есть вопросы касательно изменений в ПДД, в штрафах, да, которые должны были вступить вот с сентября этого года. Первый вопрос касается штрафов за отсутствие видеорегистратора. Наш телезритель спрашивает, действительно ли будет такой штраф введен? Ну, на текущий момент об этом речи нет. Я предполагаю, что такой штраф вряд ли введут. Угу. Потому что, во-первых, это дополнительные, ничем не обоснованные расходы для жителей, для всех автомобилистов. И при учете того, что сейчас отменяют обязательный технический осмотр, а это вот как раз жизненно необходимые расходы, то добавить при этом необходимость в видеорегистраторе, я думаю, что законодатель на это не пойдет. Ну, то есть это какая-то утка, да, очередная? Да, это, опять же, в преддверии выборов, которые у нас уже прошли, очень многие депутаты вот такими вот идеями фонтанировали. Угу. Ну, то есть это, естественно, перед каждыми выборами происходит, и плюс, ну, далеко не все у нас депутаты, даже федеральные, адекватные, поэтому такие идеи проскакивают. Угу. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет все-таки. Второй вопрос, тут целая ситуация описана, я ее зачитаю. Ситуация такова. Я развожу школы и детские сады в Нижнем Новгороде, и есть такие автолюбители, которые загораживают проезд на территорию учреждения. Человек, видимо, звонит в ГИБДД по номеру 112, отвечает, что заявка составлена, ожидайте экипаж. В последний раз потерял более 2 часов. Как с ними бороться и куда обращаться в данной ситуации? Ведь что главное, знаков запрещающих нет. Видимо, знаков парковаться, да, наверное, нет. Как быть, что делать? Вот такой вопрос. Ну, смотрите, во-первых, есть правила дорожного движения, которые запрещают остановку и стоянку дальше первого ряда от края проезжей части. И также ряд правил дорожного движения запрещает определенные виды остановки и стоянки. Например, где до разделительной полосы меньше 3 метра остается. Угу. И такие автомобили подлежат принудительной эвакуации. Вот как раз по таким вопросам жители, а тем более это не обычный житель, это должностное лицо, который выполняет важную очень государственную функцию, там, довозит детей в школу, может обращаться в ОНФ, и мы будем уже разрабатывать с ГИБДД системные решения, потому что, да, здесь существует очень серьезная проблема, связанная с тем, что экипажей ГИБДД очень мало, а задач у них очень много. Поэтому, да, водитель может просто не дождаться, прождать несколько часов, и эти вопросы требуют системного решения. Угу. Например, сейчас вот мы очень активную работу ведем по противодействию пьяным за рулем. В Нижегородской области реализуется пилотный проект
То есть Нижегородская область будет делиться со всей федерацией опытом по тому, как можно минимизировать количество пострадавших там, и погибших в результате пьяных за рулем. И вопрос о эвакуации ненадлежащим образом оставленных автомобилей, которые мешают, это тоже важный вопрос, и по нему тоже нужно создавать государственный алгоритм. Угу. То есть есть силы и средства, то есть соответствующие инспектора, которые занимаются только этим. Есть службы эвакуации. То есть ресурсы есть. И как направлять эти ресурсы именно на пользу жителей, вот именно в этом мы и можем помочь соответствующим чиновникам. Ну, то есть я правильно вас поняла, что, в принципе, человек, который нам написал, может в следующий раз приехать и вызвать эвакуатор? Эвакуатор он вызвать не может. Ему придется вызывать экипаж. Но раз он выявил проблему, он экипаж ГИБДД вызвал, прошло длительный промежуток времени, а экипаж ГИБДД не приехал и автомобиль не эвакуировал, водитель не может подъехать к школе и высадить детей, это недопустимая ситуация. Об этом как раз и можно сообщить в ОНФ, и мы с ГИБДД будем вести работу для того, чтобы таких случаев не было. То есть создадим государственный алгоритм, в котором на такие заявки ГИБДД будет реагировать незамедлительно. И вот экипаж, который должен эвакуировать автомобиль, значит, отправит с площади Горького или там с площади Минина на вот нужный объект. Хорошо. Еще у нас есть вопрос касательно QR-кодов на госуслугах. Недавно на госуслуги предложили мне получить виртуальную СТС-ку, то есть QR-код. Не думаю, что каждого сотрудника ГАИ снарядят специальными устройствами, считывающими QR-код, а штраф будет выписан. Возможно такая ситуация? Штраф выписан не будет. Сейчас создано уже программное обеспечение, которое позволяет инспектору ГИБДД считать этот QR-код мобильным устройством. Инспектора – это такие же люди, как мы с вами, у каждого есть смартфон, поэтому, да, вашу информацию проверят. У многих экипажей есть еще специальный планшет, в котором подгружены федеральные базы, которые позволяют инспектору вообще всю информацию по водителю и по автомобилю посмотреть достаточно быстро. Ну, достаточно быстро, то есть все-таки не молниеносно, конечно, не везде есть там хороший широкополосный интернет, то есть может быть и сотовая связь недостаточно качественная в этом месте, потому что инспектор работает по всей области. Однако вопрос этот уже решен, и в Нижегородской области мы не сталкивались с ситуациями, когда у инспекторов возникали какие-то сложности. То есть указание все-таки не создавать конфликтных ситуаций у инспекторов в Нижегородской области есть. Поэтому смогут считать, считают. В крайнем случае по рации свяжутся с дежурной частью, и дежурная часть, уже имея доступ в интернет свободный, проверит информацию. Поэтому автомобилисту переживать не стоит, да. Но мне кажется, это хорошее, на самом деле, нововведение, потому что бывает же такое, что как бы автомобиль один, но управляют периодически несколько людей, да, этим транспортным средством, чтобы не передавать документы друг другу, это, мне кажется, решит такую проблему. Но на практике сейчас, честно скажу, инспектора, во-первых, есть много дополнительных документов, например, полис ОСАГО, инспектора здесь не лютуют. И если водитель вдруг забыл свидетельство о регистрации, да, за это предусмотрен штраф, и да, можно даже отстранить его от управления, но инспектора к этому относятся достаточно лояльно. У нас еще есть описанная история целая автомобиля. Возможно, она часто, конечно, происходит. Вкратце начало перескажу. Был автомобиль. Автомобиль был продан, да, спустя какое-то время. По нотариальной доверенности продали автомобиль, если это важно. Машина не была снята с учета и не поставлена, соответственно, человеком, который ее приобрел на учет. Я так понимаю, что покупатель не платил транспортный налог. И вот, соответственно, вопрос. Как можно привлечь покупателя к материальной ответственности? Судебные издержки все лягут на меня, то есть на человека, который продавал когда-то этот автомобиль. Данных покупателя у меня нет. Долг транспортного транспортного налога порядка 30 тысяч. Есть ли смысл вообще что-то делать? Но вопрос очень сложный и многоаспектный. Я постараюсь некоторые моменты прояснить. Во-первых, если автомобиль был продан, причем здесь доверенность,
Эта практика существовала раньше, очень частая. Автомобилисты не очень понимают, что такое продать. Выписанная доверенность, ну, так называемая генеральная, это не продажа транспортного средства. Угу. То есть это достаточно давно такая практика была очень частой. Автомобилисты вместо того, чтобы продавать транспортное средство, передавали ее по доверенности, думая, что они его продали. В таком случае вы не продали автомобиль, и вы несете бремя его содержания, будете платить транспортный налог, штрафы вам будут приходить, вам придется каждый из них обжаловать. Конечно же, можно продать автомобиль по доверенности, если вы доверили кому-то за вас подписать договор купли-продажи. Можно это сделать по доверенности. То есть, что такое продажа, если был заключен договор купли-продажи? Это первый важный момент в этой истории. Второй, не менее важный момент – каждое обстоятельство вам придется доказать. То, что вы продали транспортное средство, предстоит доказать. Если у вас нет договора купли-продажи, это будет сделать очень сложно. А третий непосредственно ответ на вопрос – да, вы сможете взыскать весь причиненный вам имущественный ущерб, если в суде докажете, что этот человек вам этот ущерб причинил. Ну, то есть, поскольку здесь данных покупателя нет, соответственно, доказать будет очень сложно, я правильно понимаю? Мало того, нужно будет найти эти данные для того, чтобы просто подать исковое заявление. Потому что в исковом заявлении нужно указать ответчика, нужно указать фамилию, имущество и адрес. Если этих данных у вас нет, подать исковое заявление вам будет очень проблематично, вас просто его не примут. Поэтому в данной ситуации, во-первых, так как на текущий момент заявитель является собственником транспортного средства, он может подать в ГИБДД заявление о прекращении регистрации. В этом заявлении он может указать, что это транспортное средство, он им не обладает уже очень давно. Да, документ был утерян. ГИБДД прекратит регистрацию, это так называемое, то есть данное транспортное средство подлежит задержанию, и номерной знак будет изъят. И это уже принудит пользователя автомобиля что-то с этим делать. Если же договора купли-продажи не было, и автомобиль был передан по доверенности, в таком случае вот, прекращение регистрации решит вопрос, но нужно предостеречь автомобилиста, ему могут посоветовать заявить о том, что автомобиль угнан. Вот этого делать категорически нельзя, потому что есть уголовная статья за заведомо ложный донос. Транспортное средство у него никто не угонял. Поэтому прекращать регистрацию, а любой выписанный штраф за это время можно обжаловать. Но, однако, нужно будет по каждому доказать, что автомобиль находится под управлением другого лица. Дополнительным доказательством может быть полис ОСАГО. Этот человек, вероятнее всего, полис ОСАГО делал. Поэтому по номеру транспортного средства можно найти, в какой страховой компании данный автомобиль сейчас застрахован. Также можно посмотреть номер этого полиса. Все это можно сделать на сайте РСА. А дальше обратиться в эту страховую компанию с требованием выдать копию данного полиса ОСАГО. Потому что этот заявитель является собственником данного автомобиля. В полис ОСАГО он вписан как собственник. Соответственно, это будет доказательством того, что транспортным средством управляет другое лицо. Очень сложная ситуация, но я так понимаю, что была допущена просто ошибка в самом начале, да, вместо того, чтобы договор купли-продажи, да, составили, была составлена доверенность. Да, здесь еще сразу можно подсказать всем автомобилистам. Сейчас заявление о прекращении регистрации, если вы просто продали транспортное средство, заключили договор купли-продажи и не ездили с покупателем в ГИБДД и не проводили перерегистрацию, то заявление о прекращении регистрации можно подать через портал госуслуг. Это очень удобно. На сайте госуслуг есть один вредный совет. Госуслуги советуют это заявление и требуют его подавать через 10 дней после заключения договора купли-продажи. Это неверно. Это заявление следует подавать сразу. Почему? Потому что за 10 дней вам может прийти сотня штрафов. И вам придется каждый штраф отдельно обжаловать. Если вы же уведомили госорганы о том, что вы продали автомобиль сегодня, указали, кому вы его продали, то это уже обязанность государственного органа штрафы выписывать надлежащему собственнику.
Не, ну по сути их же можно обжаловать, правильно? Да, это очень долго, я честно вам скажу, вряд ли кто-то из нижегородцев сможет это сделать сам. А штраф, допустим, в 1000 рублей, юридические расходы будут в несколько раз больше. Угу. Чтобы не усложнять себе жизнь, собственно говоря. Что ж, Сергей, спасибо вам большое, что пришли. А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был руководитель Центра помощи автомобилистам и эксперт регионального отделения ОНФ Нижегородской области Сергей Кузин. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.